Доброго дня всем друзьям и, наверное, врагам. Почему доброго дня? Наверное, потому что я опять опоздал с роликом. А может быть и нет, может быть и опоздал. Неважно, потому что сегодня мы с вами обсудим очередную новость, связанную с Diamond RP. Почему очередную, я не знаю, потому что, наверное, мне захотелось так сказать. Неважно, давайте перейдем уже непосредственно к ней и все рассмотрим, обсудим и покажем. На днях в сети активно форсили скриншот переписки, в котором руководители Diamond Roleplay якобы обсуждают закрытие серверов Sapphire и Амбер. Типа, чё, они разве до сих пор не закрыты? Серьезно? Ладно, как скажете. Как оказалось, этот скриншот сделал один из игроков с помощью редактора кода. Элемент. Они хотели добавить, но забыли. Это подтвердил ютубер Ромадит, 65, ну можно уже было написать 66 тысяч подписчиков в своей группе. Он отметил, что руководство проекта не имеет намерения закрывать сервера. Что вообще думаете по поводу идеи закрытия нескольких серверов, чтобы собрать максимальный онлайн на остальных? Ну да, есть тут вот такой скриншот, типа там вот это вот все прочее, давайте прочитаем. Михаил Иванович пишет: «Я уже не знаю, Ваня. Если после этой обновы в течение месяца не будет хотя бы 450 онлайна стабильно, то будем думать о закрытии Сапфира и Амбера. Других вариантов пока не вижу. Снова возвращаться к закрытию и получать хейт от игроков. Грустно это видеть опять». И Евгений Фролов, непонятно кто это такой, непонятно зачем его вообще сюда вставили, он пишет: «Мой Амбер, скобочка... такая, знаете, грустная. А я хочу сказать, мой антисамп. Мой антисамп — это храм. Мой букинг антисамп». Поэтому, если вы не знаете, что это такое, то вы, наверное, не слышали треки Данила КПРФ, Нилиуса Помпилиуса, Никиты Единой России, Эмиля Справедливой России и всех прочих людей. Поэтому вот очень стыдно за вас, однако. Но тут есть, знаете, и положительные такие моменты, когда закрываются сервера, там онлайн переходит от одного проекта сервера, вернее, к другому. Типа, хорошо, замечательно. Но, разумеется, плохо, очень плохо, ужасно, такого делать нельзя. Но это фейк, типа, хорошо, замечательно, что это фейк, потому что, типа, как так можно закрывать сервера наши? Мы вообще, мы их любим, мы на них играем, мы, знаешь, мы родились на этом сервере, на этом проекте, и на нем мы, пожалуй, и останемся по сей день. Других вариантов, как вы понимаете, остальные не видят. И, ну, типа, ну, я даже не знаю, что со всем этим еще можно сделать. Типа, ладно, хорошо, ну, типа... Ромадит, красавчик, там у него, правда, просмотры просели, но чего уж поделать-то, да, ну что таким уж родился, что без просмотров, без всего, хотя кому говорить о просмотрах, да, у меня последние ролики там 200 просмотров собрать не могут, ну бывает такое, и до сих пор я сижу, кстати, на 5120 подписчиков, вот, если кто, мало ли, не знал, не думал, не гадал, надо уже, знаете, возвращаться в этот, в строй, во все остальные вещи, потому что надо ролики выпускать в 20:00 каждый день, а если их не выпускать в 20:00, то тогда кто вообще будет делать все эти ролики? Кто будет радовать людей отличными новостями каждый день в 20:00? Но ладно, я думаю, что на этом мы, разумеется, уже можем закончить весь этот видеоролик. Вы типа такие: ладно, я такой типа, ну да, такое иногда бывает. Вот, поэтому Diamond RP... На нем все хорошо, он еще будет жить, процветать непонятно сколько, потому что там уже не то ни Барейра, не то ни Батори, не все вот эти вот остальные основатели, там уже просто чуваки, выходцы с... Блин. Вот знаете, на столе обычно что-то лежит, ты там играешься, жестикулируешь как-то всем этим, потом это падает, отражается на записи, а перезаписывать ты, разумеется, не хочешь. Зачем? Ведь это рекламный видеоролик. Ну, типа, для рекламы чисто сделан Arizona RP. Поэтому, если что, то айпишник в описании Arizona RP, там же мой промокод NoToxic54, там же мой никнейм Dante Connor, который даст вам 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там все это узнавайте, получайте и распространяйте, как... Неважно что. Увидимся тут же завтра. Я надеюсь, что все это будет происходить в 20:00 и не раньше, и не позже. Всем пока и, разумеется, до свидания.